Что там опять барсуки какие-то нахуй бьют? Все потащили на носилках. Всей толпой тут ребята помогают с берега. Ну, в общем, как-то вот так вот отдыхают люди на жилом массиве весеннем. Он работает в осеннем машине. Вот бегут, короче. Скорая приехала. Сейчас посмотрим, что как. Врачи идут. Реально слава, блядь. Машину доставайте. О, смотри. О. Белка. Нифига себе. Да нет, это барсучок, наверное, какой-то. Я его снял. успел. Прикольно, выбежал. Нифига, барсучки какие-то, да? Или что-то барсучок, по-моему, какой-то. Может, белка такая. Белки обычно рыжие, это какой-то полосатый. Ну, слава, реально он с рюкзаком, блядь. Так, ждем дальнейших событий, пока. Я даже адрес не знаю. О, я не снимал. Он не орет, он Ниву свою спасает. Она вот. Короче, ребята, справа вот от Нивы лежит женщина. Ей очень плохо, потому что автомобиль с берега покатился и переехал ее. Вот, вместе с ней под воду ушел. Мужики кое-как женщину эту вытащили из-под автомобиля. Сейчас она лежит на земле. Это вот весенний жилмассив на берегу. Вот дома. Ну что, зеркало курить, где зажигалки?